Я в движении. Мы в движении. Мы в движении. Всегда в движении. Это не просто лозунг, а стиль жизни молодежи и подростков-активистов из движения «Первых». Это организация, которую создали в декабре 2022 года по инициативе руководства нашей страны, чтобы воспитывать детей и развивать творческий потенциал. Здесь ребята очень сильно сближаются, участвуют в массовых мероприятиях, как образовательных, так и самых обычных. И на самом деле в будущем это, скорее всего, всем нам даст огромную пользу. Мне движение «Первых» дает новые знакомства, развитие в разных сферах, направлениях, такие как история, культура, патриотизм и труд. Открылся Всероссийский форум движения «Первых» в феврале этого года в Центре знаний «Машук» в Пятигорске. В нем приняли участие более 150 школьников-активистов и опытных наставников. Сегодня в Ставрополе проходит так называемая «классная встреча» участников и председателя движения «Первых». Молодые люди задавали интересующие вопросы. Они касались и движения, и личного опыта Григория Гурова. Я думала, что мы можем сделать для нашего движения. Я подумала, было бы классно придумать песню. Это было бы круто очень. Мы очень рады, что нам удалось из Кисловодска выбраться и приехать на встречу. Многие вопросы для нас были интересны. Огромная честь для Ставропольского края встретить такого почетного гостя, особенно в наше время, когда только-только РДДМ открывается. И такой гость, это очень важно, это заряжает нас, как молодежь. У движения «Первых» 12 направлений работы. Это патриотика, культура, творчество, спорт, добровольческая деятельность и многое другое. Российские школьники могут выбрать любое понравившееся. Я очень благодарен ребятам. Это сегодня была классная встреча. И она и как по содержанию была классная, так и по названию была классной. Ребята с разных районов Ставропольского края, ребята, которые уже в движении, которые собираются открыть первичное отделение. Это была такая теплая, домашняя, интересная встреча, когда мы обсудили. Я сам ставрополец, и ребятам хотелось узнать, что я делал, что я делаю. На базах школ Ставропольского края уже работают больше 40 отделений движения. А вот проектов внутри ребята придумывают сами. Сами делают, сами хотят, сами инициируют что-то, сами сразу же переделывают. И в этом главная фишка, что ли, главная суть этого движения, что не взрослые дяди типа меня и Григория Александровича делают это движение, а ребята сами его делают. Очередное творческое мероприятие ждет активистов уже через несколько месяцев. Российская школьная весна. Зарядились энергией от активистов Кристина Бородюк и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.